Приветствую на своем канале. Это будет распаковка посылки от Алены О. И, соответственно, ее обзор. В таком туне по заказу подписчика. Надеюсь, выйдет нормально. Да, там фон, как обычно, слышно соседи с их машинами. Я обещала Алене, точнее, как получилось, приехала из Белоруссии, запустила запись на стену ВКонтакте о том, что у меня есть свечка бесхозная, которая как сувенир из тудудок, из воска, из ващины. Ну и кто хочет, тому типа отдам. Она изъявила желание, ну и, в общем, я тут сподобилась ей послать, а свечка мягкая, и вроде как-то, в общем, предложила ей небольшой обмен. Ну, соответственно, конечно, кто-то, возможно, возмутится, что я там кому-то отказывала от обмена, но получилось так, что у нее было именно то, что я хотела, точнее, получилось именно то, что у нее было, но кое-что из того, что у нее было, мне захотелось, именно вот там кое-какие духи, еще кое-что. И мы решили, что я ей посылаю что-то из их Роше, плюс ту белую косметичку. Ну и это просто как часть открытого того, что я посылала. А она мне вот то, что я выбрала. Соответственно, еще там посылала ей свечку. И вот буквально, не знаю, дня три, что ли, назад этот обмен у нас состоялся на почте Рашки. А сегодня приходит сообщение, что у меня все-таки она доставлена посылка. Я сегодня еще еду в деревню. Я немножко фоном свои сборы убрала, чтобы не шокировать очередным бардаком. Ну и, в общем, так получилось, что вот забрала эту посылку. И решила, не знаю, насколько она будет полушепотом, насколько это видно меня. Я тут со своей этой штативной палки второй раз снимаю. Кстати, она не поверит, если ее... Во-первых, лапки у нее вытягиваются аж 3 раза, такие конкретно устойчивые. И если чуть-чуть наклонить головку, которая попутно 3D, то он рост будет даже чуть повыше меня, а не 157,5 сантиметров, как обещано. В общем, перехожу я к посылке. У меня такое ощущение, что мне послали чуть-чуть побольше, чем я думала. Так, пакетики от Avon. У нас еще пакетик от Avon, по-моему. Замечательными папочками. Я их только в живом виде не переварила. А нарисованным они вполне себе ничего. Что там у нас? За день. Сейчас я где-то у меня кошечку. Не сижу же я на нем, да?
Мне бы его не потом положить, чтобы в деревню. Чтобы там порисовать немножко. Расслабляющие духи от Avon, на которые я что-то последний раз затушила жаба, только из-за них делать заказ к Цеймари. И бальзам для волос моей любимой марки, который я обычно покупаю, особенно пасту. Не помню как его. В общем, сейчас вспомню, когда достану. И BB-крем. Инструкция по эксплуатации. С помощью спички. Зажгите, а потом легонько задуй. Дуйте, покрытый конец палочки так, чтобы она зрела без огня. Поместите палочку в держатель и убедитесь, что угольки и пигмент падают на огневую поверхность. Держите зажженную палочку вдали от открытого огня, легко воспламеняющихся веществ. И не допускайте соприкосновения с пластиком, окрашенной и другой воспламеняющейся поверхностью. Я забыла, что можно шептать. Подозреваю, но не совсем. Я расцветаю от страсти. Испытайте силу Мари с нотками искрящегося цитруса, цветущего жасмина, манящего ванили для долгоиграющей чувственности. У меня, если вы заметили, сегодня внезапно тремор.
Сначала в нос дает вам капля спирта. Вообще на мне сейчас находится цветок апельсина от Ивраше. Причем на одежде он держится дольше, чем на коже. Поэтому я не совсем вас понимаю в чистом виде, но нет, я его хотела. Я не зря его хотела. Очень рада, что Алена нашелся, обнаружился. Я даже не знала, что он такой огромный. Знахарь. На фотке было непонятно. Доктор Павел, объемные грудные. Волосы. Да, для сухих, ломких и пересушенных волос. У меня жирные, ну да фиг с ним. Я не разглядела на самом деле, что там было. Но я бальзамы знахаря ни разу не видела в продаже у нас. Поэтому я его заюзала. Хотя можно пересушить их феном. И тогда они будут пересушены. Музыка цветов, BB-крем. Я его сегодня попробую. 50 миллилитров. Секунду. Меняйся. Эксперт. Именно тот самый BB-крем. Не то, что в каталожках или в Роше, там или еще где-то. Тонирующая именно вот этот. Блестящий какой-то такой, отбеливающий морду лица. А вот дальше. Жизнь прошла не зря. Фундук шоколадной глазури. И постоянно был полушепот. Вот я и пыталась, и старалась, и поверить, я даже отрепетировала кусочек. Так просто, для теста. Ну, это, можно сказать, тестовый обзор, сделанный на мой фотик, который сейчас стоит на моем нежном триподе. Он же штатив, которого лапки выдвигаются аж в три раза. У нее так сначала шея вытягивается, а потом все три лапки. Раз вытягивается, два вытягивается, и три вытягивается. Ну что, наверное, еще, кстати, что я заметила, если на видео очень много негативных комментариев, вкусно всякого, то это видео получилось на ура. Если на видео только положительные комменты и нет негатива, оно, конечно, хорошо получилось.
Думаю, что если есть хоть один камень, даже кого-то, знаете, зацепило. Я хотела вообще записать отдельное видео говорилку на три разных темы, но у меня постоянно что-то как-то все откладывается. Я так каждый момент передумываю. Сейчас, наверное, пожалуй, скажу, пока мысля потерялась. Если вам интересно мое мнение, то я как-нибудь сделаю, но я, может, приеду из деревни или в деревню, попробую записать говорилку на тему вежливости. Потом по поводу Бугурта, я как-то читала свои комменты, точнее, ну, в смысле, комменты у меня под видео, под каким-то или просто на канале вместе с своей подружкой Женькой, с телефона у нее, будучи, когда у нее была в гостях, сидела у нее. Так угорали конкретно на эти все бугуртные каменты, на слово бомбит. Если вам интересно, то я делаю говорилку на слово бомбит, на смысл слова бомбит, и отдельную говорилку на смысл слова вежливость. Еще у меня какая-то была говорилка, мысля, точнее, сделать эту говорилку, вот я начала, с нее начала. Вообще, люди, я что-то так устала тут за последние дни. Я даже сегодня не стала допиливать свой перевод, хотя у меня было время. И что-то так валялась в кровати. Последнее время валяюсь в кровати часов до 12. Потом понимаю, что надо кормить бабушку обедом. И приходится вставать. Сейчас, мне кажется, я кого-то копирую по стилю разговора. И пошуршать, что ли. Вот насчет бугуртов. Ну, в общем, я думаю, что если... А вот еще хотела третью говорилку насчет того, кто на меня подписан в плане людей. Ну, естественно, что люди не машины подписаны, конечно, а в плане вот... Я все-таки думаю, что на меня где-то две трети из подписчиков. Это очень закомплексованные люди. Половина из них принимает свои комплексы и находит что-то в отголосках у моих видео. Потому что, в принципе, я не котируюсь как идеальный человек. Хотя бы по поводу моих молочных зубов, моей какой-то там внешности, еще что-то. А другая половина не принимает эти комплексы. И эту половину бесит то, что я плюю на эти самые комплексы, на какие-то стереотипы и показываю себя со всеми своим бардаком художественным, тараканами, увлечениями, чем-то странным. Ну и как бы воспринимаю нормально и не удаляю практически все комменты, которые негативно мне идут. Если, конечно, уж там совсем не маразм и переход уже на что-то такое. Возвращаюсь я. Что не успела договориться. Не совсем это обзор получается, частично говорилка, но зато по времени именно так, как обычно хотят люди АСМР, да? В общем, как сказал Тима по поводу комментов, не всегда нужно быть дворником, ну и уж совсем ссор тоже держать не стоит. В общем, я там кучу говорила, но, как выяснилось, у меня время записи закончилось, но я стабильно все забываю, сколько оно там, когда эти 17 минут пройдут, да? И, в общем, сначала я хотела записать видео на сидя. Вообще люди просили в полный рост меня, сидя на велотренажере, который слева от меня и попутно справа от моего фотоаппарата. Но что-то я так подумала, будет очень много бугурта по поводу, что у меня там сзади фон эти обезьянки, рулон бумаги для рисования, цветы на окне, еще что-то. Ну, мало ли какой фон и какой бугурт у людей вызывается, да. И, в общем, я думала записать как-нибудь говорилку на это, если, конечно, будет кому-то интересно, хоть одному человеку, по поводу курта, по поводу тех, кто меня смотрит, по поводу этих закомплексованных людей, которые не принимают свои комплексы как
вроде, ну, не любят себя, получается, да, но они, конечно, не скажут, что они себя не любят, они сунут, напишут, что это я такая вся неправильная, особенно, конечно, если осилят это видео, потому что оно где-то минут на 20 чем-то получается, наверное. Ну и вот чем те, которые принимают свои комплексы, находят что-то во мне такое родственное, что, допустим, я не комплексую по поводу своего маленького бюста там, или зубов, или еще чего-то там еще. Ну и, соответственно, как-то людям, возможно, с подобными проблемами себя как-то лучше начинают воспринимать благодаря мне. Я не говорю, что я центр Вселенной. У меня есть свой личный маленький центр Вселенной. Дьявола ВКонтакте, который бугуртит, когда его называют центром Вселенной. В общем, ну, я сначала, хорошо, что у меня запись оборвалась, потому что я там немножко уделила внимание одному бугурчику, который периодически прыгает в комментариях, было бы это как-то, ну, кто-нибудь бы не понял, а он бы возгордился, да? Меня прикалывает, когда люди начинают между собой выяснять отношения мне в комментариях, или те, которые показывают свое истинное я, истинную сущность, после того, как попросят меня, просили меня передавать приветы, приветы закончились, и я вроде как отказалась от этих приветов. В основном из-за всякого кучи негатива, которого было больше, чем каких-то положительных эмоций от этого видео, да. И, в общем, ну и сушим немножко. Адрес я специально постаралась так, чтобы его не было видно, но он сзади, поэтому даже размывать не придется. По поводу кисточек, микрофонов, этих АСМР, там еще что-то, что ты делаешь, если ты не понимаешь, зачем ты это снимаешь. Люди, к чему вы придираетесь? У вас смысл жизни к чему-то придраться? А, в общем, вот, ну, я вот, допустим, очень довольна, неожиданно приятно удивлена от Алены вот этой частью по ссылке. Соответственно, вот ссылка на видео в инфобоксе и в самом видео, как я обычно делаю, в такой и кружочком. А, аннотация там пока еще не поняла, как делать, или я не совсем туда тыркаюсь. Ну, вообще, я должна была как-то закруглиться, да, с этим видео. Я, наверное, сейчас, когда скидывала две части видео на YouTube, они сейчас уже грузятся, их там чуть-чуть отрежу, что-то возможно. Возможно, ставлю, как я тут нажимаю на кнопочку и сажусь, да, это все снимается. Как бы все такое живое, сейчас, мне кажется, я пародирую. Заочно, наверное, давно просто не общалась, я сама виновата, так получилось. Своей подругой Сашей, которая сейчас живет в Калининграде. Примерно такая же интонация в голосе. В общем, я думаю взять какой-нибудь из пакетиков с собой и сделать какой-нибудь обзор АСМРный, шуршащий, конфетный, сладкий. В деревне, конечно, я с собой не потащу своего друга. Кстати, вот от него чехольчик. Я еду с сестрой на машине, а обратно не факт, возможно, придется своим ходом на автобусе, а до автобуса от деревни перейти до остановки 2 километра. И учитывая, что у меня и так будет барахлишко, тащить еще с собой штатив, я думаю, это уже будет слегка перебор. Но я надеюсь, что в сентябре погода хоть чуть-чуть стабилизируется, хотя бы если не солнечно, но где-нибудь просто пасмурно, облачно, без дождя, плюс 20. И, возможно, я как-нибудь возьму его с собой. Возможно. Может, сейчас у нас в тех местах, где раньше каталась на велике, ошивается медведь. Не, конечно, я понимаю, что где-то одна треть тех, кто гадит у меня на канале, особенно там какая-то беременная якобы женщина, не знаю, чем беременная, может, мозгом, может, правда, беременная, свечку не держала. Будут, конечно, рады, если я вот, допустим, попаду в лапы к бешеным животным. Но получается так, что я все лето практически без велосипеда. Туда, куда я хотела, где обычно собираю шиповник, даже пешком не прогуляться, потому что медведь перебазировался в ту часть мертвых деревень.
И получается, что мне особо-то негде так вот поснимать на видосик. Фоном у нас, наверное, слышно, как машина заводится. Кстати, ну, да, у меня батарейки осталось совсем чуть-чуть, и там приперлась очередная, так подозреваю, сиделка, у которой, хотя вообще-то есть ключ от нашей квартиры. В общем, подозреваю, ну, что нам не закругляться. Если вы досмотрели этот видос до конца, ну, получили там какие-то свои мурашки или еще что-то, то я рада. Ну и надеюсь, я все-таки выполнила запрос именно так, как от меня хотели. До новых встреч!